Сегодня делаем упражнения, направленные на коррекцию нижней части лица. Также приведем в тонус и прокачаем мышцы шеи. И немножко задействуем зону декольте. Дело в том, что во всех этих процессах участвует одна мышца, которая называется платизма. Она большая, обширная. И все упражнения задействуют именно эту мышцу. Приводя в тонус мышцы шеи, мы также укрепляем овал лица. Мы сжигаем жир, и за счет этого тот самый овал становится более четким. Короче говоря, возвращаем себе вот этот так называемый угол молодости. Я сегодня покажу вам три упражнения. Их нужно выполнять ежедневно. При регулярном выполнении вы добьетесь результата очень быстро. Это я знаю из своего опыта. Первое упражнение, оно элементарное. Оно прокачивает мышцы шеи. Посмотрите, как оно выполняется. Перед выполнением выпрямите спину, расправьте плечи. Итак, отклоняем корпус назад, как будто качаем пресс, но поднятие осуществляем при помощи мышц шеи. Вот эти мышцы очень хорошо работают. Старайтесь контролировать положение головы, не ронять ее назад. Второе упражнение, оно не такое эстетичное, но зато оно очень эффективно сжигает жир на втором подбородке. За счет этого овал лица выглядит более четким. Здесь же задействована шея. Вы почувствуете, какое натяжение идет. Это хорошо, это действительно разглаживает морщины. И в итоге мы еще задействуем зону декольте. Как это делается? Отклоняем голову назад, выдвигаем челюсть вперед. И вот в таком положении руки кладем на эту зону и надавливаем. Это упражнение похоже, только у нас здесь задействованы еще и вот эти вот мышцы. И получается, что мы прокачиваем с каждым упражнением все больше и больше мышц лица и шеи. Это делается следующим образом. Открываем рот, отклоняем голову назад и в положении, именно в этом положении смыкаем зубы. Вы почувствуете, как хорошо вот эта зона натягивается, и вы почувствуете тепло. Вообще вся эта тренировка – это настоящая физкультура, это силовые упражнения. Вы почувствуете жар, что вы вспотели, и это очень круто. Рекомендую делать вам, опять-таки, 5 повторений, 3 подхода. Поскольку это действительно очень хорошая физическая такая прокачка, я уже сейчас чувствую, насколько я вся вспотела, насколько у меня идет жар изнутри. Между упражнениями можете размять шею. Очень аккуратно это делайте. Ох, это настоящая физкультура. Это очень эффективно. Главное делать все регулярно, ежедневно, и тогда результат вы увидите очень быстро. Как ухаживать за этими зонами, на моем канале регулярно выходит видео, поэтому подписывайтесь. Успехов в достижении ваших целей, всех целую, пока!